Причащается раба Божия Мария, раба Божия Марта, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господу помолимся. Пред тобой видишь. Имею честные очи. Имеешь ли? А, не обещался ты, если другой невесте? Не обещался, честные очи. Имеешь ли произволение благое и непринужденную твердую мысль взять себе в мужа сего Марка, его же видишь здесь пред собой? Имею честные очи. Не обещалась ли иному? Не обещалась, честные очи. Миром Господу благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую преблагословенную славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Подобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь! Помолимся! Господи, помилуй! Боже, причисти все твари Содетелю, ребро праотца Адама за Твое человеколюбив жену преобразивы и благословивы, и реки, раститесь и множитесь, и обладайте землей, и обою я ее един, путь, показавый сопряжением всего, бо ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два в одну плоть. И я же Бог, соединил до человека, не разлучает. И же раба твоего Авраама благословивый, разверзил жесна Сарина, и отца множество языков сотворивый, и же Исаака ребейки даровавый, и Рождество, и я благословивый. И же Иакова Рахили сочетава, из него 12 патриархов показавы. И же Иосифа и Асенефу спряги плод детотворения им, и Ефрема и Манасия даровавы. И же Захарию Елизавет приемы, и притечу рождения им показавы. И же от корени Исеева по плоти, израстивый преснодеву, из нее воплотивыйся и родивыйся во спасение рода человечества. И же за незреченный Твой дар и многую благость, пресветый в Кану Галилейскую, тамошний брак благословивый. Да и вижу, яко Твоя воля есть законное супружество, еже из него чадотворение, сам Владыка Пресвятый. Прими моление нас, рабов Твоих, яко же там и езде пришед невидимым Твоим предстательством. Благослови брак сей и подашь рабом Твоим всем, Марку и Марии, жизнь мирную, долголетнюю, целомудрие друг к другу, любовь в союзе мира, семя долгожизненное, отчадок благодать, неувидаемая слава венец, подобие их видите чада чада, ложе их ненаветно соблюди и дашь им от росы небесной свыше и от тука земного. Исполни дома их пшеницы, вина и елея и всякие благостыни, да преподают и требующим дары, купно и сущим с ним, и вся я же ко спасению прошению. Яко Бог милости и щедроты человеколюбия, и си тебе славу воссылаю.
с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Благимождворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Верности, Господи, Боже наш, и же тайного и чистого брака священнодействительного, быть во главу жены, якобы поживут по воле Твоей. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилась Авраама и Сару. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Исаака и Ревеку. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Иакова и вся патриархи. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Иосифа и Сенефу. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Моисея и Сепфору. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Иоакима и Анну. Благослови их, Господи Боже наш, как благословилась Захарию и Елисавету. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранилась Ноя в ковчеге. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранилась Иону в чреве кита. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранилась святые три отрока от огня, не спасла им росу с небеси. И да придет на них радость оная. Юже имаше блаженная Елена, егда обрети честный крест. Помяни их, Господи Боже наш, как помянулась Иноха, Сима и Илью. Помяни их, Господи Боже наш, как помянулась святые Твои четы сорока мучеников, не спасла им с небеси венцы. Помяни, Господи, воспитавши их родителей, за ним молитвы родителей утверждают основания домов. Помяни, Господи Боже наш, рабы Твои, невестившиеся, сшедшиеся в радостью. Помяни, Господи Боже наш, рабов Твоих, Марка и Марию, и благослови их. И дашь им плод чрева, доброчадие, и единомыслие душ и телес. Возвыси их, как кедры ливанские, яко лозу благородную. Даруй им семя власти надо всякое самодовольство имущее, изобилует во всяком деле благое и Тебе благоугодное. И да узрят они сынов сыновей своих, яко на восхождение масличное окрест трапезы их. И благоугодишь им пред Тобою, воссияют, яко светило небеси, Тебе, Господи нашим. С Тобою же слава, держава, честь и поклонение безначальному Твоему Отцу и жестворящему Духу ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Создав и от перстя человека, и от ребра его воссоздав, и женою испреди ему помощника по нему, заеже так угодно быть Твоему величеству, не единому быть и человеку на земле. Самый ныне владыка, не спаси руку Твою от святого жилища Твоего, и сочетай рабов Твоих стих. Марка и Марию, да не от Тебе сочетывается мужу жена, соедини их в целомудрии, венчай их плоть едину, даруй им плоть чрева, благочадие, восприятие, яко держать Твое царство, силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вещается раб Божий Марк, ради Божьей Марии, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Вещается раба Божия Мария, раба Божия Марка, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Thank you.
Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Господи Боже наш, славой и честью венчай их. Премудрость вонме, мир всем. И Духу Твоему. Прокимен глаз осьмы, положил еси на главах их венцы от камней честных, живота просиша у тебе, и дал еси им. Благословение век века, возвеселишия радости с лицем Твоим. Всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуйся друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню в одною посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, прости, услышим, Святаго Евангелие, мир всем. И Духу Твоему. От Иоанна
Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Был же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающие по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой, и наполните их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал вина, отведал воды, сделавшегося вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпывающие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Отцем все, от всей души, от всего помышления наше, горцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении рабов Божьих, Марка и Марию. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Человека любит Бог, если Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении, сподобаю в Кане Галилейской честны показать и брак Твоим пришествием сам ныне и рабов Твоих Марка и Марию. Я же благоволил Иси, сочетовайтесь друг к другу в мире единомыслии, сохрани их, брак покажи неверно их, ложе соблюди, непорочно их сожительство, пребывайте благоволи, из подобия их старости глубокой достигнуть, чистым сердцем делающим заповеди Твоя, Ты бы Иси Бог наш, Бог я же миловать и спасать, и Тебе славу высылаю. С обезначальным Твоим Отцем и все святым благонужтворящим Твоим Духом на непресной во веки веков. Аминь. Нас люби, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Все безгрешному Господа проси. Аминь. Мир всем.
вселенной, украсив венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общей сию подавая сочетающимся к общению брака, благослови благословением духовным. Яко благословися Твое имя и прославится Твое Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Исаи, ликуй, Дева, имя во чреве. Исаи, ликуй, Дева, имя во чреве, и роди сына Иммануила, Бога же и человека, воскрепи имя Его, Деву же величайше Деву блажает. Святые мученицы, добрые страдальщие, святые мученицы, добрые страдальщие, славшие и венчавшиеся, молитесь о Господу, помилуйтесь душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже! Благословися, яко же Иаков, умножися, яко Исаак, умножися, яко Иаков, ходя в мире и делая в правде заповеди Божьи. И ты, невеста, возвеличися, яко же Сара, и возвеселися, яко же Ревекка, и умножишься, яко Рахиль, веселящийся о своем муже и хранящий пределы закона, за не благоволи Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. В Кангалилейскую тамошний брак благослови. Благослови рабов Твоих сих, Марка и Марию. Твоим промыслом к общению брака сочетающихся, благослови их входы и исходы, умножи во благих жизни их, восприми венцы их в царстве Твоем, ни скверны, ни порочны и ненаветны, соблюдая во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духе Твоему. Что?
Отец, Сын и Святый Дух, вся святая единосущность, творящая живоначальная Троица, едино Божество и Царство, да благословит вас и подаст вам долгожитие, благочатие, преспение живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая, первая, славнейшая, без сомнения, святым, Бедствение, Богослово, Родшее, Сущее, Богородица, я величаем. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! И же в Кане Галилейской пришествием своим честен брак показал и Христос истинный Бог наш. Молитвами причисти Своей Матери, святых славных и всевальных апостолов, святых боговенчанных царей, первоапостольных Константина и Елену, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Подашь, Господи, мирное житие, здравие во всем, благое поспешение рабов Твоих. Марку и Марии, родителям их, Петру, Евдокии, Игорю, Елену, и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Приветствую вас, дорогие мои, Марк, Мария. Пожеланий вам много было сказано из таинства бракосочетания. Вот. Я вам в этот день дарю эту книгу. Эта книга называется «Книга жизни», Библия. Руководство для жизни всей земной жизни. Почаще, ежедневно заглядывайте в нее. Я скажу вам, это не мой опыт, это опыт тысячелетней церкви нашей православной, что если будете свою жизнь сверять с этой книгой, будете всегда счастливы. Будете ли вы в нужде, счастье вас не покинет. Будете в каких-то искушениях, все равно будете счастливы, потому что всегда будете знать, что Господь через свое слово всегда с вами. А Он сказал: «Я во все дни с вами и не оставлю вас никогда». Он, Господь, никого селом не за, говорит: «Придите ко мне, труждающие обремененные, я успокою вас». Ведь Господь мог бы сделать, чтобы все сегодня в городе Томске были бы верующими христианами. Завтра бы храмы просто развалились бы от народа, что не смещали бы.
Но Господь не диктатор, Господь любовь. Он говорит, придите ко мне. Он зовет, как любящий отец. И кто откликается на его зов, те и испытывают любовь Божию на себе. Поэтому я вам дарю это. Это Библия на русском языке, только в окладе. Это редко у кого есть такая. На, держи. Вот это, святый потом. О. Ну что, поздравляйте. Молодец. Много я в ногах летом, 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 много я в ногах летом,
Целовать можно, воровать нельзя. Скажи, Март сказал, что одну это факт, а другую. С вами тоже. Подожди, еще один. Дружка, где вторая-то? Подружие. А где дружка? Кто дружит? Да, Виктор. Кто еще? Давай. Все? Давайте, все. Давайте все, кто хочет. Все, кто хочет. Все, кто тоже желает. Давайте, в общем дело. Где? Давайте, когда надо...
может их на лес поставить? Ну давайте все, проходите, кто фотографирует. Миша, ну что, проходите.